Прямо сейчас речь о женщинах-первопроходцах, мужских делах. Еще одна такая смелая девушка, колясочница из Новосибирска, впервые в России поднялась в воздух на параплане. Ольга Стволова передвигается на коляске, и в ней же вместе с инструктором полетела на параплане. Впервые Ольга получила предложение подняться в небо 3 года назад и отказала. Струсила, но недавно решила себя перебороть и не пожалела. Впечатление моря, а полет Ольга собирается повторить. В парапланерном клубе такой вид экстрима для людей с ограниченными возможностями хотят сделать доступным, хотя первый опыт потребовал от инструкторов смекалки, сноровки, ведь прежде такие полеты почти никто в стране не совершал. Планы, детали уникального полета придумывали сами. Мы летаем в коляске. Вот таких прецедентов я пока в России не нашел. На мой взгляд, эта схема более безопасная, более надежная. Мне негде было взять этот опыт, потому что я, когда начал искать, прецедентов я не нашел. Поэтому все схемы, все крепления, все изобретал сам.